Tadeva Ramam Ruchidam Namam Navam Tadeva Sashyadamanuso Mahasavam Tadeva Sokaranavasosanam Ninam Yaduttamasloko Yaso Anugihati Tadeva Ramam Ruchidam Navam Navam Tadeva Sashyadamanuso Manasavam Tadeva Sokaranavasosanam Ninam Yaduttamasloko Yaso Anugihati Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад told, it is very surprising that Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что тема о Кришне, она очень удивительна. Если вы хотите сказать что-то о Кришне, если вы хотите что-то подумать о Кришне, то все это очень удивительно. Поскольку внешне это выглядит настолько невероятно, что нельзя в это поверить. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, если вы хотите что-то сказать о Кришне, внешне это очень удивительно. Вы не можете поверить, но будьте уверены на 100%, что такая великая личность, она существует. Верховный Господь, Бхагаван Шри Кришна, кто всегда заботится о нас все время. Но мы не можем понять это, наша ошибка, поскольку из-за Майи мы не можем осознать всего этого. На самом деле, перед тем, как начать пятую, десятую часть, десятую песню Бхагавата, мы до этого обсуждали девятую песню с первого песни по девятую, и будьте уверены, что это основа. И чтобы утвердить эту основу, я обсуждал с первой по девятую песню Бхагавата. И вот сначала Бхагаватам до девятой песни это описывается как основа для того, чтобы получить возможность слушать о десятой песне Бхагаватам. Шрила Прабхупад говорит, что это основа. Если вы ничто не слышали, не слушали эти девять предыдущих песни Бхагаватам, то ваше слушание, оно не закончено. И не только это, если вы слушали десятую песню Бхагаватам под руководством чистого Гуру Вайшнава, то все же, если вы не изучаете одиннадцатую и двенадцатую песни Бхагаватам, то также ваше слушание несовершенно. Почему? Поскольку вы не можете осознать всего, что там описывается. Как, например, если вы в один день очень сильно переели, то вам нужно принять какое-то лекарство для усиления пищеварения. Поскольку ваша пищеварительная система, она не может переварить эту тяжелую еду в таком количестве, и поэтому вы можете слушать десятую песню Бхагаватам под руководством Гуру Вайшнавов. А почему я говорю это? Шрила Прабхупад говорит, поскольку в этом случае вы не сможете избавиться от влияния Майи, и я могу привести пример. Парикшит Махарадж, он очень возвышенный преданный. О Парикшит Махарадже Бхагаватам в нескольких местах мы находим, что Парикшит Махарадж, он Махабхагават. Этот титул ему уже дан не
вот во время составления гороскопа для Парикшит Махараджи, когда он родился, когда астролог Риши и Муни, они составили его гороскопа, они предсказали, что этот человек, он Махабхагава, это все признаки Махабхагаваты, они есть у него. Я сказал уже, что да, может быть он Махабхагават, но есть три категории Махабхагават. Махабхагават не значит, что он может слушать десятую песню Бхагаватам, где описывается Расалила, это не значит. Я не говорю, что у него нет права, но это раса внутри его, то есть раса, как он может принять, она ограничена. И подобно тому, как Яшода, Нанда Баба, они не могут слушать его Расалили Кришны. Это такое, как сказать, пересечение рас, но то, что эти две расы не могут вместе находиться. То есть то, что Махабхагаваты не могут слышать Расалилу, это не о том я говорю. Но смотрите, Парикшит Махарадж слушает о Расалиле, но перед этим вспомните, что Парикшит Махарадж, он сомневался. И все эти сомнения Шукадев Госвами, он развеял все его сомнения. И смотрите, по милости Парамахамса Гурудева, Шукадева Госвами, Парикшит Махарадж, он получил право слушать Расалилу и принять ее, и осознать. Это такая категория. И Шрила Прабхупад говорит, если вы будете изучать десятую песню Бхагаватам и не хотите слушать о том, что описывается в 11-12 песне, будьте уверены, то ваши проблемы, в вашей жизни будут какие-то проблемы. Вы не сможете принять то, что вам там описывается. И поэтому мы должны слушать десятую песню очень внимательно под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. Будьте внимательны под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Мы не хотим слышать никакой неавторитетной сиддханты. Мы хотим слушать только то, что сказали Шрила Бхактивинода Тхакура и Шрила Прабхупада. И тогда мы сможем осознать все, поскольку в этом материальном мире бесконечное число разных философов. И я уже сказал, несколько дней назад, что если я ищу путь, ведущий к абсолютной истине, то я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать голос только той самоосознавшей себя души. То есть так много всяких советников в этом мире, которые, чьи советы они ведут в никуда. И сейчас это самая главная проблема. Кто может показать нам настоящий путь, как обрести такое должное настоящее руководство, поскольку пратишта, богатство, деньги, положение, уважение, оно все связано с этим. Вы не можете найти ни одного человека, кто находится вне всего этого, это большая проблема, но все же вы можете найти. Иначе мы не смогли бы поверить Кришне. У Кришны нет права, у Кришны нет права иметь такого одного преданного, который может нас вести должным образом. Если кто-то так скажет, что сейчас нет настоящего саду, он просто глупец,
не может быть так. Джаганнатх, он есть, он заботится о нас. Джаганнатх, он всемогущ, и он может... Если кто-то будет говорить, что Джаганнатха нет возможности отправить настоящего саду в этот мир, чтобы вести нас должным образом, то кто такой Джаганнатх тогда? И по милости Джаганнатха мы обретаем, у нас есть свет, солнце, луна, наше тело и все, все остальное, и все по его милости это происходит. И разве возможно, что он что-то не может сделать? Он может, Джаганнатх все может, но вы должны верить. И вы должны быть очень искренни и серьезны. Почему? Поскольку если вы не искренни, то Кришна не поможет вам. Если вы лицемерные, то и такую же лицемерную милость вы получите. Not actual giver, genuine giver cannot get. То есть настоящую милость лицемер не может получить. So now we are going to discuss. Сейчас мы будем говорить о десятой песне Бхагаватам очень внимательно, очень осторожно, чтобы в любой момент никакого материального представления не могло затронуть моего сердца. Вы должны быть искренни, внимательны. И под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, мы должны находиться на пути Шаута Панхи. И я не могу позволить никакого материального представления о... быть в моем сердце, иначе это Сиддханта, она осквернится. Будьте внимательны. И вот, будьте... All below secret Siddhanta or Bhagavatam. Here is Sutta Goswami was now asking. И вот Сута Госвами спрашивает. Sutta Goswami Vacha. Parikshit Maharaj speaking to Sukhdev Goswami speaking to Parikshit Maharaj. И вот Сукхадев Госвами говорит Парикшит Махараджа. И здесь. That Katha is being discussed here in Naimish Kshetra. И в Наимиш Кшетре Сута Госвами говорит об этом. Сутовача. Вот Сута говорит. Ивам нисамма бхигунандану садвадам байя сакиса бхагаванато виснуратам. Ивам нисамма бхигунандану садвадам Байяха сакхиса бхагаванато вишнура ратам. 14. First chapter. Pratyarcho Krishna charitam kalikalma saganam vyaharatum aravato bhagavat pradhanah. Ivam nisam bhigunandanu sadhuvadam. Байясакихи сабхагаван вишнуратам Пратьярча Кришна чаритам каликалма саганам Вяхартам аравату бхагават прадхана. Even this way, и таким образом, after hearing, после услышав this kind of nice, садувадам, nice, topics, этой теме, поскольку Парикшит Махарадж, он очень смиренно, то есть очень, он был очень смирен, он был искренен, и настоящий Гурудев, он также ожидает, что у ученика есть такие искренние, серьезные вопросы. И если таких вопросов нет ученика, то он не может даровать ему свою милость. И услышав Бригунандана, вот эти Шанакади Риши, он называет их таким именем, например, Кунти Нандана, сын Кунти Арджуна. Иногда Кришна называет его Каунтией. Это имя Арджуны, одно из имен. Поскольку он сын Кунти, поэтому так его называют. И вот. И вот Сутадев Госвами говорит, что до сегодняшнего момента мы слышали
молитвы Парикшит Махараджа. И после этого, и вот Шанакади Риши, после того, как они услышали, Шукадев Госвами, Вишнурат, кто такой Вишнурат? Это Парикшит. Вишнуна ракшитам исту Вишнурат. Вишнуна ракшита. Вот объяснение этого имени значит тот, кого защитил Вишну. А тот, кто был защищен Вишну, его имя Вишнурата. So after hearing, и вот после того, как он услышал, поскольку Парикшит Махарадж поклонился Гурудеву и Кали, оно не может находиться там, если где-то происходит Харикатха, я уже говорил много раз. So Kali cannot give a Kali, у нее нет возможности сделать, если вы будете помнить, повторять имя Кришны, то Кали не может находиться в том месте. А если вы что-то делаете несовершенно, то если вы не полностью предались Гурудеву. И вот если вы не полностью предались Гурудеву, то тогда Кали может быть, это уже не от Гурудева зависит. И вот Шукадев Госвами говорит. Васудева катхаям те джаджата наштхики ратихи. Гурудев appreciating сиша. Гурудев, он восхищается своим учеником. Иногда Гурудев очень доволен своим учеником, и он благословляет его. То есть Гурудев, он может благословить своего настоящего ученика разными способами. И здесь описывается, что Гурудев, он очень доволен. Он говорит, что твой ум, твой разум, он совершенен. If your brain is out of your thinking, you can get some settlement that Krishna Bhajan is okay. That is called Nischayatika Buddhi, to get settlement. Final settlement, not settlement. Nischayatika Buddhi, значит, Nischayatika Buddhi. Что если вы пришли к выводу, что Кришна Бхаджан – это совершенная цель, совершенный способ, то вот это называется этим словом. Very nicely, very, you know, organized, very. Because I find that you have a developing tremendous affinity. Он продолжает. Я вижу, что ты развил очень огромное сильное желание слушать Харикатху, и таким образом мы должны занять все наши органы чувств, подобно Амбариш Махараджу, в служении Кришне. Вы должны быть внимательны. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он, вы должны день и ночь следовать киртанам, чтобы спастись. Если вы хотите опять попасть в майю, то живы они также, они свободны, они могут делать все, что они хотят, нельзя их заставить. И я не хочу делать этого. So this way, и вот таким образом, саммаг бабу сита буддиставо раджурси саттямо васудева катхаям те ята нештикироти. Нештикироти, анештикироти. There is two kind of, is written, яд ята, те яд ята нештикироти. So there can be two kind of, you know, вот rati. One is vidarati, первое nashtiki rati, another is
начти карате и анашти карате. I mean, no at all actors and not stability not yet, you know, received, achieved. Stability not то есть, в первом случае, если настигнуть, то есть первое это такое стабильное, а второе нестабильное состояние. То есть в первом состоянии никакая майя не может нас затронуть, как Матхья-Матхья-Кари, например, никакие виды материальных проблем не могут влиять на него. В смысле, Мадхья-Матхья-Кари, который находится на высшем уровне Мадхья-Матхья-Кара. То есть есть три вида Мадхья-Матхья-Кари. И вот тот высший уровень Мадхья-Матхья-Кари, несмотря на никакие проблемы, которые могут возникать, то, но ничто не может задеть его. Когда And then I can prove scientifically. Вот я могу обсуждать эту шлоку под руководством свете Шрилы Бхактивинода и Шрилы Прабхупады, и я могу показать, что хотят этим сказать Шрилы Прабхупада и Шрила Бхактивинода Такур и Сахаджи, и будет видно отличие. Очень большое отличие, и вот у них может быть даже не вожделение, а какое-то запах вожделения. То есть это может проблема, это как бы есть, но она не может влиять на их баджан никак. Когда Мадхья-Матхья-Кари совершает баджан совершенным образом, то несмотря на есть какие-то недостатки, проблемы у него есть, но оно не может никак влиять на его баджан. Ты можешь какие-то мельчайшие части плохих качеств не можешь есть, но они в таком, как сказать, законсервированном состоянии, что они не могут никак влиять на него. Но у Тамати-кари у него нет ничего похожего. Он полностью чист. И вот и вот Шукадев Госвами, он дал такой титул Парикшит Махараджу, что ты не только царь, ты Раджа Риши. И посмотрите, какой великий титул он дал ему. Ты Раджа Риши. То есть есть три степени сравнения. Позитивное, сравнительное и, как сказать, и такая, как сказать, самое наивысшее. То есть Раджа Риши — это высший титул из всех. И таким образом Мадхавенду Пури смотрите, он дал всю свою милость Ишваре Пурипаде, обнял его, благословил его, даровал ему всю свою милость. Пытайтесь думать снова и снова об этом. Если Гуру и Вайшнавы, они довольны нами, что мы можем достичь всего. What not possible? Не просто всего, а Guru, Prito, Payachati, Vaikuntha, Yuga, подумайте, чего вы не можете достичь с помощью их милости. И вот в Бхагаватам описывается вот в этих словах ее слава. И а почему это случилось? Поскольку ты развил огромную любовь к слушанию Харикатхи, это зовется состоянием совершенства. То есть, смотрите, можно видеть так много всяких брамачари саньяси, которые могут говорить Харикатху, но если вы будете смотреть очень внимательно на их жизнь, то увидите, что их, то, что они говорят, и то, та жизнь, в которой они живут, они не совпадают. И в этом случае будьте уверены, что это проблема. И перед тем, как куда-то идти слушать Харикатху откуда-либо, вы должны быть очень внимательны, что Кришна может вести вас, если вы искренне. А если вы не искренне, то майя может влиять на вас. Вы можете ходить туда-сюда и пасть в результате неправильного, как сказать, общения. Не всегда, но иногда.
So we must be very careful. И поэтому мы должны быть очень осторожны перед тем, как слушать Харикатху. Васудева катха прашно пурушанг стрино пранатихи бхактарам прапатчакам сатрин стватпаду сарилам ятха. 16, first chapter. So any topics about Васудев, атат бхагават прашанга, is purifying, you know, все, что говорится о Васудеве, оно очищает все, все миры, все брахманды. И те, кто говорят, если какой-то саду говорит о Кришне, если кто-то слушает о Кришне, если кто-то вопрошает о Кришне, то все они могут обрести наилучшее благо, подобно тому, как Ганга, которая снисходит с лотосных стоп Кришны, она может очистить все, все места, по которым она течет, она очищает их и тех, кто принимает омовение в ней. И сейчас Шукадев Госвами говорит однажды, она плачет. Говутяструмхи кенья кранданти карунам бибо упаститанти кетасмей вьясанам самобуча. Because first line I don't read, now I like to read. Бхумир дитто ниппо бьяжо дайтья нико сату ютой акранта бури бхарена брамьянам сараном джаджу. Бху, бхуми. Бхумани, бхути, пицаби. Значит, бхуми, да, земля, она так сильно страдает из-за того, что здесь демоны, они наслаждаются этой землей, они сделают какие-то очень плохие вещи, и поэтому земля иногда говорит, что я могу терпеть все, но не могу терпеть тех, кто лжет. So, Prithivima can tolerate what not? Поэтому земля, она может потерпеть все. You are making big hole, 40, you know, or 50, you know, feet deep, making big building, digging. But Prithivima not speaking anything. То есть если кто-то копает землю, кто-то взрывает атомные бомбы в ней, или еще какие-то бомбы водородные и прочее ядерное оружие, но земля не возмущается. Настолько много терпения у нее для нас, ее детей. И сейчас земля говорит, а когда так много лжецов на земле, всяких бесполезных царей, которые хотят наслаждаться землей, те демоны и прочее, и для нее это очень много. И поэтому в то время земля, когда один из ее сыновей очень... Матаджи, что может сделать? Мать плачет. Совершенно непослушная, то, что мать делает? Мать плачет. Иногда бывает, что дети, они... Но подобно Дандукари, он делает все наоборот. Он должен был готов убить свою мать. И это случай. А почему вам это все еще не надоело, куда бы вы ни смотрели? У вас есть возможность видеть ту же самую картину, но почему вы не развиваете непривязанность? Почему? Я не знаю. То есть, может, с одного места в другое, с одного дома в другой ходите смотреть, то и видно, что никто недоволен. И все спорят друг с другом, но если мы посмотрим на настоящего саду, проверим его, то он всегда доволен.
Why? Почему? Because happiness is Поскольку Krishna. Счастье это Кришна. Сука. Сука сваруп это Кришна. Парам, source of Парам источник счастья. Это Кришна, он внутри нас. So it is written И поэтому in the говорится of в прославлении Бхагавата в Падма Пуране. Эти чистые признания, они всегда счастливы, они всегда довольны, никакого вожделения, гнева, зависти нет в них, и поэтому они всегда чувствуют трансцендентное блаженство внутри своего сердца, никакие проблемы не затрагивают их. All common people, Bhavata Vagni Nirvapanam. Yes, it's for you. All common people, Bhavata Vagni Nirvapanam. Он говорит вот Бхавадавагни Нирвапанам и то есть эти несчастья, которые происходят, они для обычных людей. А если мы достигли того состояния, Kaivalla narakayate tidasa pura akasa puspayate duddantendriyo kala sarpa patali prathkata dhanstrayate vidhi mahendardishya kitayate vissam purna sukhayate yat koruna kataksha vaivavatam tam gauram evastanam. Stum. I'm going to pray to that God. Я молюсь тому. Stava. By his mercy. Господу по чьей милости у меня есть возможность видеть весь мир полным блаженством. То есть Парамахамса Вайшнавы, они говорят Харикатху, но внутри вас они никаких недостатков не находят. Когда вы с вами, он лучший из Парамахамс, но когда он говорит Харикатху, он иногда ругает обычных людей. Шукадев Госвами говорит это, но обзывает их всякими словами, но почему это, хотя он говорит Харикатху, но он подобно учитель, он Парамахамса, и внутри сердца у него нет никакого гнева, и кто чем занимается, это его, как сказать, к нему это не относится. И Шрила Бхактивинод, Шрила Прабхупад, они лучшие из Парамахамс, вся наша Гурварга, но все же они являют такую лилу, что мы находимся на уровне Мадхья-Мадхикари, поскольку до тех пор, пока он не опустится на уровень Мадьяма, он не может проповедовать, проповедь возможна только для Мадхья-Мадхикари. И Уттама-Адхикари они могут проповедовать, но при условии, что они специально снизойдут на уровень Мадхья-Мадхикари. Это для них это не проблема, подобно тому, как Парамахамса, он может одеть одежду саньяси для проповеди, это не проблема, но саньяси не имеют права одеть одежду Парамахамса. Это невозможно. Поскольку, как, например, в 100-рупиевой банкноте, 10 рупий уже есть, и также в этой белой одежде Парамахамса, шафран, цвет, саньяси, он уже там есть, он уже, как сказать, врожденный, но вы не можете видеть. И о Шри Бхактивинода Тхакур, Шри Прабхупаде, наши гурварги, они уникальны. Они все Парамахамсы, но все же они... Они приняли орден саньяси, чтобы выразить свое, таким образом свое почтение нашей гурваге и Шри Чайтанья Махапрабху. А кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Он не просто Парамахамса саньяси, а он сам Верховный Господь. Но все же, чтобы показать нам значение саньяса ашрама, он принял этот ашрам и принял эту оранжевую одежду саньяси. Но я, поскольку если бы он не сделал, можно посмотреть, что во Вриндаване творится так много сахаджи. И все носят одежду Парамахамс. Они называют себя одежду Парамахамс. Они называют себя Парамахамсами, носят одежду Парамахамс. И спрашивают у нас, откуда вы взяли эту шафрановую
одежду саньяси продают, они даже продают крупины, настолько низко опустились. И вот однажды, когда Шрила Прабхупада, они возмущаются, что Шрила Прабхупада дает посвящение не браманам, и дают им священный шнур. Кто-то спросил, смотрите, вы продаете колпины все направо и налево. А что важнее, вот это ягоповита или колпина? Они сказали, что колпина важнее. И Шрила Прабхупад, он дает нам этот брахманский шнур правильным людям. То, что сейчас творится из-за глупых людей, которых очень много стало в последнее время, это неправильно. А Шрила Прабхупад, если кто-то хотел получить харинам и дикшу от Шрила Прабхупада, и Прабхупад наблюдал за ним долгое время, что он делает, какой его характер, какое настроение. Шрила Прабхупад смотрел на него. И потом, если он считал это нужным, он давал ему харинам, и потом через 5-10 лет он давал дикшу, если видно, что человек не следовал всему, не был достаточно искренен, то он уходил автоматически. Но сейчас что происходит? Идут всем желающим, раздают сразу же и харинам, и дикшу, и брамачари, и одежду, и саньяси сразу в комплекте. Я не критикую, я плачу от такой ситуации. Все, качество ушло. Шрила Прабхупад хотел поддерживать качество. Он давал это уповито. И вместе с этой уповитой он давал наставление, что, по крайней мере, вы должны стать браманом. Вайшнава не очень гораздо выше, но, по крайней мере, вы станете браманом. Но это не значит, что мы приняли там второе посвящение, получили священный шнур и начали гордиться, что мы браманы. Шрила Прабхупад говорил, что мы парамати, браманы, нам дан такой парамати, браманизм. Но те сахаджи говорят всякую ересь. Что уже там в Бхагаватам говорится, что Кришна, он Верховный Господь, он Нанданандан Шри Кришна, он Вайша. Хотя Васудев Нандан, он кшатрия. Я не должен говорить таким образом. Но там описывается, поэтому я говорю. So all there. Actually, it is written there those Vaishya. И вот говорится, что Кшатрия and Brahman, they have the right to take. У них есть право. Provided they are following exact way. Ягьяповиту принимать, если они следуют. So, Prabhupada wanted to give us advice. Try to become at least правилам. И Шрила Прабхупад говорит, по крайней мере. But they misinterpreted. По крайней мере, вы следуете брахманским качествам. Но мы у них спрашиваем, что важнее, каупина или ягьяповита. Они говорят, что мы спросили у них в лицо, что важнее, каупина или ягьяповита, что более важно. Они сказали каупина. Но вы так сахаджи, вы раздаете сахаджи, каупины всем подряд. И те, кто они находятся под влиянием вожделения, гнева, зависти, вы им даете каупины. Они даже не могут одну ночь спать спокойно. Они критикуют Шрилу Прабхупаду и нашу Гурвагу. Вы должны контролировать ваши органы чувств, ваш ум, и тогда у вас есть право что-то говорить, если вы занимаетесь только всякой ересью под видом Каупины, Сакхибавы и прочее. Как это вообще возможно? Шрила Прабхупад никогда не говорил таким образом. Бхактивин Тхакур тоже так не говорил. Шри Чайтанья Махапрабху тоже. Они спрашивают, откуда вы получили эту оранжевую одежду. Придите ко мне, я покажу вам. Прабхудананда Сарасвати Пад, Шри Чайтанья Махапрабху. Они все
они носили эту оранжевую одежду. А эти сахаджи, они только цитируют одну шлоку из читания Чайтамриты. И все. Это, и там написано, что вайшнав не может носить оранжевую одежду. А зачем это написано? Нужно знать. Это о том, что эта шлока говорит о том, что вайшнавы, они выше всех варн и ашрамов. И поэтому у вас нет права критиковать насчет этого, поскольку вы ничего не знаете. И вот смотрите, и так много проблем вокруг. И вот Прithvi Devi, Шрила Бхактивинода Тхакур, 150 лет назад он писал все это. Мы должны быть искренни, те, кто принимают на себя ответственность за тех, кто духовные лидеры, они, но те, кто ответственны за людей, они должны быть очень осторожны. И вот сейчас Прithvi, она уже не может терпеть это все. И вот она пришла к Брахме. Brahma and speaking all about the problem. И Брахма говорит, ну, и она говорит Брахме о том, что она чувствует. И вот Брахма в форме гумат, а земля, в общем, корова, она занимает самое высокое положение. И те политики, они должны понять это. Они должны понять это, иначе они умрут, отправятся в ад навсегда, и их подданные они тоже пойдут в ад. Парикшит Махарадж, он говорит, что те, кто не заботится о коровах и безвинных людях, те, кто не заботится о коровах, о женщинах, о тех, кто невинны, я могу отрубить им руки. Парикшит Махарадж говорит, те, кто убивают коров, я отрублю им руки и ноги. В Бхагаватам говорится об этом. Гуматы, коровы, они занимают наивысшее положение. Если у вас нет любви к коровам, к Туласи, Ганге, к Ямуне, преданы к бхактам, вы не можете стать успешными. Вот должна быть такая сильная любовь к ним, не какая-то материальная, как сказать. То есть, если кто-то, ну, любовь не должна быть материальная. Вы должны относиться к ним, видя их в связи с Кришной, что все полубоги Кришна, все присутствуют там. Гомата, корова — это мое тело. Кришна говорит. Бедами вачанам випра. Бедами вачанам випра мукам. Is written. Ангани джуям. Габахас тонун мамо. And you see. Садабо асабо хи хиди. Те, кто саду, они мое сердце. Те, кто саду, они мое сердце, а полубоги, они мои, как сказать, части тела. А те брахманы — это мое лицо. А веды — это мои слова. Моя речь. Випра. Мукам. Випра мукам. So this is Krishna himself speaking. И таким образом сам Кришна говорит, что сказать еще. И вот сейчас в форме гоматы, в форме коровы, Прithvi Mata, она
подошла к Брахме и плачет, и говорит о том, что сейчас происходит. И Брахма сказал, ну, пойдем в Кхирасагар, где Кхирада Кашай Анирудха Вишну пребывает. Он находится в сердце всех, он Параматма. И пойдем туда и спросим его, поскольку я не знаю, что делать, поэтому пойдем к Господу. They are approaching there and in a long with prayer, big prayer, nice prayer. Вот с молитвой они начали возносить молитву Господу. That prayer is actually Purushottama mantra. Purushottama mantra knows. Это молитва Purushottama mantra называется. It actually Purushottama mantra. Brahma praying in front of Kirusai. At the bank of Kirdakasai. Вот на берегу Кхирадакасай Брахма возносит эту молитву. Jagannatham Deva Devam Vrishakapim Purusham Purushasuktena Upatasthe Samahita. Here it is. Здесь описывается, что Брахма он с этой Пурушасуктой мантрой он возносит молитвы. И Шанкара и все полубоги, они пришли туда за ним. И возносят свои молитвы. И Брахма, поскольку он получил милость Кришны, он во главе молится их. И Кришна в форме Кхирада Кашай Вишну стал очень доволен. So, и татро гатья джаганнатхам дева девам брисакапим пурушам пурушасуктена упатасте самахита. Пурушам мин пурушам значит Кхирада Кашай Вишну. Because пурушабада три кай. One is поскольку есть три вида Пуруша, аватара Гарбхуда Кашай, Кхирада Кашай, и вот их три в общем. Кому? Кхирада Кашай Вишну, и как? И вот это Пуруша Сукта мантрой они возносили молитвы. Ганг Паурушин мес Сринутам Араха Панур Видиятам Асу Татхайва Маширам. I know. Supreme Lord Vidhata, I mean Brahma, was praying in a very attentively. И вот Брахма с неотрывным вниманием из состояния самадхи он возносил свои молитвы. И вот когда он был в этой медитации, он услышал какой-то голос с небес, Акашвани. Он услышал и ответил. Но полубоги они не могли слышать, это только Брахма слышал. Саван Курия, Девадаван говорит, «Хе Амарван, о демигодс!» И говорилось, «О полубоги, слушайте меня!» And do accordingly what I am giving instruction now. И делайте согласно тому, что я говорю. Supreme Lord speaking. И вот Верховный Господь он сказал. О, demigods, о полубоги, я знаю все. And do accordingly идите as I am advising. И действуйте согласно моим наставлениям. Пуруйго пунса вадхрито дхара яру вабадхи рансай раджадусу паджаньятам. I know everything. Я знаю все. Все проблемы, все страдания земли.
Я знаю об этом. И поэтому я даю вам наставление, что вы все идите и родитесь на этой земле и в различных амсах. Yadu Vamsa in the form of Jadu Vamsa, you can go and take birth there. So, и вот вы можете родиться в Яду Вамса. You know, so long. И как Бхагаван, Верховный Господь, Он не заботился. Ну пока Бхагаван, в общем, не позаботится обо всем, вы идите, родитесь как люди, и, как сказать, маскируйтесь под людей. И эти жены полубогов, по просьбе Бхагавана, они также должны были пойти и родиться там же, поскольку Верховный Господь Парахилешвар, он тоже собирался явиться в доме Васудева. И вот вопрос возникает, почему Васудев грехе говорится, поскольку Кришна родился в тюрьме, и решение какое? Посмотрите, в этом на каждом шагу мы должны плакать. И тогда, то есть мы с вами собственными усилиями, ученостью не можем это все понять. То есть только по милости Кришны. Васудева грехе, что значит? Грехе значит, внешне можно найти слово греха, значит, хом, дом грехасхи. Подумайте, думайте, то есть внешне можно подумать, что это дом грехасхи, греха называется, но Шрила Прабхупад говорит, что те брамачари саньяси, если у них есть такое настроение грехасхи, то у них есть их дом внутри их сердца. Они тоже грехасхи, но внешне это не проявлено. То есть их дом, как сказать, сердце, поскольку это склонность, любовь, как сказать, привязанность к этой грехасхи бабе, она внутри их сердца. Но что об этой Сиддханте? На самом деле сердце Васудева настолько чисто, оно тоже греха. То совершенное место, где Кришна может отдохнуть. И таким образом я могу сказать, что Кришна сначала явился в сердце Васудевы, ну и потом из сердца Васудевы свет он пошел, он вошел в чрево Деваки, и после этого Кришна родился, и также в Гуралиле случилось. Сначала Джагнат Мишра увидел некий свет, и он вошел в его тело, и потом из Джагнат Мишра, он перешел в Сачи, мать Сачи и такого Сиддханта. И вот сейчас смотрите, правильно, все правильно здесь, и вот... И сердце Васудева, оно очень чисто, подобно прекрасному месту дому, где Кришна может отдохнуть. И... Приятам значит сделать что-то хорошее. Чтобы удовлетворить свое желание. И тем временем вы, жены полубогов, вы тоже можете там родиться.
This way it is written actually. And also you see is Surastriyaha. And Vasudeva Karanantaha. Другая Сиддханта, Джива Госвами Пад, он пишет в своем комментарии, и Сурастриаха, кто они? И описывается, что в различных калпах Вамандев, Аджит, Верховный Господь, когда Он снисходит и является на каких-то небесных планетах, и в каждой калпе Индре Он помогает, и те полубоги, именно. Будьте внимательны, когда Господь является и помогает полубогам, то есть, когда он является подобно Вамане на небесных планетах, то тогда вот тем полубогам и женам. И сейчас Sahasabadano Sarat. First can go, Agrato Bhavita, first he can appear. After that, you know, the Krishna can come. Because every time Balaram want to clear this, you know, сначала Баларам является, потом Кришна, подобно тому, как есть какой-то царь. Он куда-то едет, сначала его представитель едет, то есть какой-то... как сказать, какое-то окружение, конечно, сначала до него едет, чтобы, как сказать, предупредить всех. И под влиянием Вишну Майя весь мир, он удивлен. So this Maya, Yoga Maya, и вот это Йога Майя, под влиянием Йога Майя весь мир. Майя Махитам Джагат. And that Bhagavati Maya can take birth also. Adishta Это Майя, она тоже рождается здесь. She can also come and take birth also. To you know help. This way actually now you know this way. И вот сейчас. They can come and take birth. You know Sutadev Goswami. Вот они, в общем, все эти полубоги, они. Sutadev Goswami speaking. The topics. Рождаются, могут родиться на земле. И сейчас Sutadev говорит то, что говорил Sukadev. Hello. Now Sukadev Goswami speaking. И вот Sukadev Goswami говорит. Ityadisham amaraganano prajapatipatir vibhu aswasacha mahim givir sadham paramam jajo. You know this way Sukadev prajapatinath brahma advising this way to all those demigods you know there. И вот Брахма. And giving assurance. Ну, крик, точнее, Кришна говорит всем полубогам и Притхивима, он заверяет, что очень скоро те проблемы, которые ты сейчас испытываешь, они все решатся. Иди назад. И после этого Брахма, он отправился на Сатья-Локу и полубоги по своим местам. И те все полубоги, именно те полубоги, которые жили на небесах, то есть те, которые являются здесь, это не какие-то обычные полубоги. И будьте внимательны. И после этого, через какое-то время, мы видим, что
была свадьба Васудева и Деваки. Так или иначе, они как-то поженились. Очень таким пышным. Очень была пышная свадьба у них. И в то время Камса был очень, как сказать, очень эмоционален. И те демоны, они очень чувствительны, вот чувствительны. Иногда несчастливы, иногда гневаются. Демоны, по их настроению можно их узнать. То есть иногда они очень счастливы, тут сразу же могут разгневаться, иногда смеются, иногда плачут. То есть их такое положение демонов Асура. И Камса, он тоже был очень такой неуравновешенный. То есть он хотел сначала вести их на колеснице. И вот он вел колесницу их. Вдруг услышал голос небес. Глупец, что ты делаешь, как кто, где говорит? Те, кто, те, кого ты везешь, их. Восьмой сын убьет тебя. И он удивлен был, кто никого нету, не могу видеть никого. И он остановился, взял саблю и сказал: «О, сестра, выходи, я убью тебя, почему? Но я слышал наставление с небес, что твой сын убьет меня, поэтому лучше его сейчас убью». И в чем проблема? Ты смотри, свадьба, как зачем убивать ее? И перед всем обществом в такой благоприятный момент ты хочешь убить ее, это ж плохо. И они были очень богаты. Камса так много пожертвовал им, но тут решил убить жену, в смысле, убить сестру свою. Если она умрет, то он подумал, откуда же ребенок родится, если она умрет, поэтому лучше заранее убить. И вот с такими мыслями. Угросен суто кансо сасуприо чикинсая расмин хаянам джаграхо рокмай рату сатуир брита. So many, you know, procession is very big. И вот процессия была очень велика. И с такой очень большим энтузиазмом он так вел эту процессию, и вдруг услышал голос небес, разгневался, уже собрался убить ее. Разрубить на части. И Васудев, он обеспокоился: «Подожди, не надо ее убивать. Слушай, ты настолько велик, ты настолько могуществен. Эти могущественные герои, они очень, их имя славится во всех мирах. Все знают о твоей силе, но если ты убьешь женщину, это плохо. В шастрах говорится об этом. А что делать? Ну, подожди. Ты веришь мне? Я Васудев, да. Я обещаю тебе. Каждый раз, если мальчик родится, я приду к тебе, отдам его тебе, и ты можешь делать с ним все, что хочешь. Я обещаю тебе сейчас. Каждого ребенка я могу тебе отдавать. Я обещаю тебе, хорошо, ну тогда не проблема. Ну, все, проблему решили, так как-то колесница доехала до их дворца, и после этого
Поскольку Васудев так много свидетельств привел о Камса, он логически как бы не думал. Камса думал, что гораздо более разумен, чем мы. Васудев, и вот Васудев сказал. So katham bhagini manya hanyat striyam udvaha parvani. This is actually a ceremony, a marriage ceremony day. And how a big, you know, powerful man, Bira, like you, can kill a woman. И вот во время свадьбы, как такой могущественный воин, как ты, она же твоя сестра, как ты можешь убить ее? И все люди будут плевать на тебя, если ты это сделаешь, это плохо. Они не могут одобрить твое действие. Никто не может ни с какого части мира одобрить тебя. И в то же самое время ты знаешь о шастрах, ты знаешь, что никто не будет жить вечно в этом мире. Никого, кто бы жил вечно, все обречены на смерть, и это был такой последний аргумент, который привел Васудев. Вот 38 Васудев говорит. Death and birth. Рождение и смерть, они все, и всегда это происходит. О Вира, о Камса, ты знаешь об этом, ты очень разумен. Миттур жанма ватам виро, батуам, миттур жанма ватам виро, дехин сваджает. When you took birth, когда ты родился, fixed time of your death is already there. It is written. Время твоей смерти уже определено, ты будешь вынужден умереть. Это уже не важно, что бы ты ни делал, ты умрешь. И поскольку во время твоего рождения уже четко определено время твоей смерти до секунды, и будь готов, подобно Парикшит Махараджи или Хатван Гираджи, ты можете умереть в любой момент. И я был во Враджадаме, ходил по всем лесам, совершал парикраму. И по милости Господа, я вот в Чурасе Крос парикраму обхожу. Иногда я дохожу до Раса Стали Дауджи Махараджа. I was searching for the sadhu. I already saw in previous year. В предыдущий год я видел какого-то саду. Where is the sadhu? Я спрашивал, где. His name is Lakardas Baba. Где Лакардас Баба его звали? Я спрашивал, где тот Баба? А ему сказали: О Махарадж, вы его ищете, да? Где он? Он умер. Да, как умер? Вот 3 дня назад. He went to Mathura. Он пошел в Матхуру. To buy something. Кто-то повез его на. Young man, very young man. На этом мотоцикле в Матхуру, и по дороге он умер. Ему было всего 35 лет. Он попал в аварию, так и нет никакой уверенности, когда же мы умрем. Когда бы вы не родились с этим рождением, уже определена ваша смерть, время вашей смерти, каждую секунду вы приближаетесь к смерти, так или нет, каждую часть секунды вы приближаетесь ближе к смерти, это математическое выражение вашей жизни. Вы можете жить какие-то годы, месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды и части секунд. When you die, когда вы умираете, from then you calculate, you can find one nice mathematics. То тогда математически можно посчитать. Кто-то будет жить так, кто-то долго, кто-то не очень. 62 years, 8 months. Смысл в том, что время нашей жизни уже
определено при нашей рождении. Calculation you can get. You can good add, you can add when you took birth. That's why I am sometimes speaking in front of Поэтому я говорю иногда всем домохозяевам, что те, кто очень привязаны к своей семье, к своему дому, что когда вы женились, ну, было 32 года, мы там в месяце Агране, скажем, уже женились, и сейчас это жена твоя или не твоя, да, моя жена. И, например, этот человек лет 70, скажем, умрет, и я говорю, когда было 32 и... Женились какое-то определенное время, потом какое-то время жили с женой, какие-то 30, сколько там, 30 лет, 40 лет примерно. Это ваши, как сказать, отношения длились такое время, и все дживатмы, они подобны путешественникам. Я много раз был в Гималаях. I find some sadhu. Я видел, что там какие-то саду. I meet one sadhu, very nice sadhu. Встретился at the bank of, you know, Ganga, there in Rudraprayag. Ганги, в Рудрапраяге, где Ганга течет с огромной силой. Я был там одну ночь, один сад подошел ко мне, познал. Мы разговорились, но на следующее утро уехал в одно место, я в другое. И с тех пор мы не виделись ни разу, он так много вопросов спрашивал. Мы размышляли о смысле жизни, и эта жизнь подобна путешествию. Вы путешествуете, и на хинди мы говорим «дживан ятра», и на санскрите тоже жизнь называется «дживан ятра». То есть это подобно путешествию, как бы куда-то едете на каком-то поезде или самолете, у вас есть билет до какого-то определенного места, как, например, один едет до Варанаси, другой до Калькутты, и они, может, познакомились по дороге. Then they are crying. I'm going to lose, you know, association. И вот они уже, когда надо одному выходить, они уже сожалеют, что так быстро выходить надо. И вот если муж, билет вашего мужа там, до другого места, чем билет жены, то время, так сказать, разлучит вас. И будьте внимательны. И таким образом Васудев говорит. Абдова абдо сатантева митурвай пранинандхува. Today or tomorrow, after maybe 100 years, завтра, может, через 100 лет, it's a must that you are going to die. Должно случиться, вы умрете, и нет никакого решения. No solution there. Нет никакого решения для смерти. So you see, и смотрите, таким образом, Шукадев Госвами, он приводит такой аргумент. This kind of big argument, you know, in front of Vasudeva Maharaj giving in front of Kamsa. No, somehow Kamsa could control himself. И Камса, он как-то сдерживался, что, ну, ты пообещал мне дать любого ребенка, который родится. All issue I can give hand over to him. So now he is going to leave, and you know, now it is written. Very nice Siddhanta. И вот Сиддханта, который здесь приводится, Шукадев Госвами говорит. First, you know, after that, Kamsa allowed them to go freely. То есть Камса их отпустил.
After that first issue, и после этого первые different name was Kirtimantyam Prathamajam. Kansaya Anakodandivi Arpayama so Krichena so Anritat Otivila. Because Vasudevji very fearful about, you know, losing боялся потерять свое. Vasudevji never liked to lose his truthfulness. Он никогда не говорил ложь. Для всех это было главнейшее качество. И Vasudev, он говорил только, хотел говорить только правду. И вот вместе с первым ребенком он пошел к Камсе. Я вот пообещал тебе, что всех детей я буду тебе отдавать. Вот первый ребенок. Но Камса начал смеяться. Не-не. Мне восьмой нужен. Сказали, что восьмой мой будет проблема для меня, а эти я не нужны. Забирай. Поскольку ничего они мне не сделают, восьмой ребенок не нужен, остальные не нужны, уходи. И Камса сказал так, но Васудев, когда он забрал ребенка и вернулся, и вот он шел и думал, я не могу поверить демону, поскольку его ум он нестабилен. И сейчас он сказал так. Every fraction of the second they can через минуту он может передумать, это асура. Ракшасы, эти асуры. Как можно им верить? Нет никакой уверенности в их словах. И вот Васудев в своем сердце произнес такие слова. From heart, inside he is speaking. How is possible I cannot believe actually? Что, как я могу поверить ему? И Шукадев Госвами говорит так, но чувство Шукадева таково, что Васудев, он чувствует вот так. Это чувство Васудева уже в сердце Шукадева находится, поскольку Шукадев, Парамаханса Шрешта, он может все чувствовать. И вот Шукадев говорит. Whom to believe? И кому же верить, а кому не верить? Они демоны могут передумать в любой момент. И вот Шукадев Госвами говорит. Кима карьям кадар янам, дустаджам ким дхитатманам, ким дусвахамну садунам. What a sadhu cannot tolerate? What cannot tolerate? Саду, что же саду, он может потерпеть все. Ким дусвахамну садунам, what a sadhu cannot tolerate? A sadhu can tolerate everything. Саду может терпеть все. Ким дусвахамну садунам, бидусам ким апекшитам. И те, кто по-настоящему ученые, имеют такой апракритьян, они не зависят ни от чего, они никогда не зависят и не надеются на что-то. И Сиддханта в Чайтанья Чаритамрите приводится такая. Что если вы приняли отреченный уклад жизни и вы зависите от какого-то богатого человека, который вас как бы спонсирует, это вы глупец. Вы не сможете стать успешным. Это описывается в Чайтанья Чаритамрите. Что если какой-то отреченец зависит от какого-то человека, это плохо. Ваш баджан вы должны совершать нейтрально. Вы можете зависеть только от гуру Вайшнав и Бхагавана. Вы, если вы зависите от каких-то денег в вашем банке, то вы не сможете стать успешными.
И хотя преданные домохозяева и цари, им нужны какие-то деньги на жизнь, поскольку они грехастские, они не принимали отреченный уклад жизни. Но для тех, кто находится в отреченном укладе жизни, саньяси, брамачари, если они зависят от денег, от уважения, от положения, от женщин, то это они не смогут стать успешными. Кришна их будет игнорировать, что такие бесполезные отреченцы. И так Кришна их игнорирует, таких отреченцев. И говорится, что саду не может стерпеть. Он все может, и те, кто по-настоящему ученые, видьяны, они никогда не зависят ни от чего. What a dirty man cannot do. Heart is dirty. То есть то, чье сердце грязно, он может делать все. Акарьям, кадарьянам, кадарьянам, мане, whose heart is dirty. То чье сердце осквернено, он может сделать все. But he cannot do. He can come down. Он может опуститься ниже, чем животное. A beast can come down up to certain level. То есть животные не могут что-то совсем плохое сделать, но человек, если он у него есть такие животные, как сказать, качества, он может ниже и ниже опуститься. Понимаете? Животные как-то ограничены своей жестокостью, а если человек, он имеет такие плохие качества, он гораздо хуже может быть. Это очень опасно. И много раз я говорил уже об этой шлоке из Читани Читамриты. Vaigunna kita kalito paishanna brana krito dainar na vinimagna hamsi chaitanna vaidamas praya. I told many times. So kima karyam kadar yanam, what a, you know, dirty man cannot do, what he can do everything. There no restriction, no controlling over sense organ, he can do anything. Человек может сделать все, он, который не имеет контроля над своими органами чувств. И те самосоздавшие себя души, которые полностью контролируют свои органы чувств, они могут оставить все в любой момент, у них нет привязанности. Дритатма значит то, что дрити, это его, как сказать, тот, кто знает славу Кришны, я видел. Many topics you find from Bhagavatam. В Бхагаватам много различных тем. He is. Что? He is going to be king. Тот, кто мог стать царем после отца, он просто оставил все. I have seen many rich men. Я видел много богатых людей. You know, very rich men. Очень и очень богатых. Они оставляли все и приходили совершать баджан, как Рагхунатх дас Гасай. So, you know, его отец был несказанно богат. Но он оставил все подобно мусору и пришел на путь баджана. И таким образом нет, ничего невозможно, что не мог бы оставить такой самосознавший себя человек. И вот Васудев, он хотел предложить своего первого сына Камсе, но не беспокоился ни о чем, поскольку знал, что у меня есть связь только с Кришной. Мне нет никакой связи ни с кем. Думайте об этом снова и снова. Что у вас есть, если у вас связь с вашим отцом, матерью, детьми, женой, какая связь и на какую сроку? Ваша только вечная связь, которая у вас есть, она есть только с Верховным Господом, с Гуру Вайшнавами, правильно это или нет? Да, это правильно. И таким образом, смотрите, Камса, он так или иначе, он хотел избавиться от этой проблемы, но не хотел сейчас убивать.
Но он также подозрителен. So this way you see, и таким образом, after that you learn from, you know, we wanted to give one by one, but actually now problem is there. И вот он хотел так всех детей отдать Камсе по очереди, но Камса сказал, что восьмой только нужен. One by one issue going on. И вот они, у него рождались дети, вот седьмой ребенок. Rumor going now. How? Этот слухи ходили, что Деваки в чреве Деваки. Abortion. Oh my God. Everybody cries, but nobody knowing the actual point. It is the instruction of Supreme Lord. И вот. By the instruction of Supreme Lord. И вот по наставлению Верховного Господа Йога Майя Санкаршан Балдауджи Махарадж, он явился в чреве Деваки, но оттуда Санкаршан он перенесся в чрево Рахинья Ударам. Now Sankarsan, this name given. И вот это имя Санкаршан. Санкаршан, this name. Санкаршан. I can give so many, you know, Siddhanta. Что значит это имя? Одно из значений. Значит, Баладев, поскольку мы наше сердце. Plowing with one, plow, And another here, the point Sankarsan, it is written. Because Sammakarsanam, meaning he was forcefully, taken into the womb of, so this way by Yogamaya. Вот оно значение этого имени Санкаршан, то, что он перенесся с одного чрева в другое. But in the meantime, see, седьмой ребенок уже собрался родиться, и подобно тому, как царь Читракету, Ангира Риша сказал, что ты получишь такого сына, который даст тебе счастье и несчастье. Одновременно ты будешь смеяться и плакать. И здесь мы находим, что саптамо вайшнавам дам вайшнава дамам джаманам джам ананта прачакшати анантадев. Я много раз говорил об этом, что если вы не пригласите Анантадева в ваше сердце, то вы не можете надеяться, что Кришна явится в вашем сердце, поскольку Кришна, он может находиться только в Ананте. Он может находиться только в Анантадеве, нигде и не везде, только на фоне Анантадева. И поэтому, если вы сначала призовете Анантадева в ваше сердце, то Анантадев явится там, он сотворит трон для Кришны, поскольку Анантадев – это олицетворение всех принадлежностей Кришны. Это трон, это симхасана, это подушка, это священный шнур, это все Нитьянанда Анантадев, он все олицетворяет, все, что нужно, служение Господу. И вот и вот Деваки. But actually, he is going to get shoka. Shoka means shoka. It
это есть это сокха, значит сожаление. А харша значит радость. И вот она от этого сына. Два, как сказать, чувства должна была получить, и вдруг этот ее плод, он ушел. Ну, как случилось, что она потеряла ребенка, что делать? И никто не знал татвы, почему это случилось. И вот Йогамая, она... Санкаршат, он перенес этот плод этого ребенка в чрево Рахини. Но никто не знал об этом. И вот Рахини. So, you know, everybody flying here and there because Kamsa is now so much operation comes to be on everybody. Hey Devi, and here it is written, you know, Devi. Rahini, Rahini Vasudevasya Varyasya Gokule, Anyanscha Kamsa Sambhigna Vivarishu Vasanti, everybody flying here and there. Actually, Krishna is the instruction of Krishna on Yogamaya. И вот это наставление Кришны, Йогамая, о Деви, иди в Гокул. So, Devi, Bhadre, you go there. О Деви, иди туда. And you know. Vasudev having another wife. И Васудева есть другая, вторая жена Рахини. Rahini Devi is also the wife of Rahini, она также жена Васудева. Seven or eight wives, I forget. У него было несколько жен, семь или восемь, я не помню точно. И вот все остальные жены, они тоже спрятались под землю. Because in the meantime, when actually, поскольку тем временем, когда Kamsa was advised Kamsa, by он, whom? Narad Muni. Narada, он явился, so Narada Ji was going to make mistake. Сказал, о, Kamsa, then, actually Kamsa что, put you know, Vasudeva Devaki in jail. Он сказал ему, что он считает неправильно, и он на всякий случай решил запереть Деваки Васудева в тюрьме. Он и Камса победил Уграсена и кинул в тюрьму тоже и закрыл. И он контролировал все царство. И вот Васудев и Деваки они были в тюрьме. Прапсвами твам ясудаям нанду патням бхавишвати. Ахам, атха ахам ансубхагена, Кришна speaking, ахам ансубхагена, together with all амса. Амса, yesterday was speaking. Вместе со всеми амшами, амша, я вчера говорил, что амша пурна васту, она тоже полная, пурна. В Упанишадах есть такая шлока, вот это, что есть от целого, то есть палец Кришны, он тоже не отличен от Кришны. Например, Кришна показал один палец, это тоже Кришна. Если вы видели стопы Кришны, это тоже Кришна. Любая часть пурна васту, она тоже пурна. То есть, любая часть целого, она тоже цела. Как? И вот как бесконечно, если что-то добавить или отнять от бесконечности, это и будет бесконечность, так же с Кришной. И вот здесь говорится, что Баларам. Any avatar, you know.
И любая аватара, Рама аватара, Нарисимха аватара, или Кума Вамана аватара, любая аватара, они все уже присутствуют в теле Кришны. Кто нет? Все аватары, они все находятся в Кришне. Поскольку Кришна, он не аватар, он аватари, он источник, изначальная причина всех аватаров. Любое время, в любом месте, Кришна, он изначальная причина всех причин. И поэтому говорится, вот эти слова говорятся. О, Йогамая, ты должна родиться как дочь Яшамати. И я рожусь как Девакипутра. Devaki Janma Badaha, it is written in Sloka. It is one, you know, one kind of title. It is titled Devaki. Sujo, Dan Krishna, что он родился из чрева Деваки, солнце. Мы каждый раз видим, что оно на востоке восходит или на западе. На востоке каждый день. А на западе оно садится. But then you cannot say that. Но нельзя сказать, что восток он мать солнца. Что восточная сторона мать солнца. Мы каждый день видим солнце восходит с востока. Но это не значит, что восточная сторона это мать солнца. Это просто такой титул. И таким образом Кришна, хотя он родился из чрева Деваки, это титул у него такой только. И я благословляю тебя, Кришна говорит Йогамая. Ты можешь родиться как дочь Яшоды. Я благословляю тебя, ты можешь получить возможность благословлять всех, кто приходит к тебе. И все живые существа, они будут поклоняться тебе. И ты можешь благословлять их и даровать им все, что пожелаешь. Все люди будут приходить и поклоняться тебе, ты будешь благословлять их. Я благословляю тебя, что весь мир будет поклоняться тебе. Как мы когда отправляемся в Гималайи, то мы видим Вайшнава Мату. Здесь Параматалу Йогам Майо. Во Вриндаване Катайни Деви. И Кришна благословляет. So by the blessing of, вот, по милости Кришны, разные места в Йогамая, ей поклоняются все люди. Это благословение Кришны. И Кришна говорит, о Йогамая. Арчайсванти манусва ствам сарвакама варисварим. Dhupo poharo valivihi sarvakama varapradam. Nama dhyani karvanti sthanani cha narabhubi. Durgeti bhadrakali iti vijaya vaishnavi iti cha. Kumuda chandika krishna madhavi kanyaketi cha. Maya narayani shani sharaditi ambiketi cha. Ambika. And you know, Kanna Kumar, you can go south. Different kind of names you can give. Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Karnaketi, Maya, Narayani, Shani, Saradeti, Ambiketi, Cha. A different name
И вот под различными именами, в различных образах, в различных ипостасях, все поклоняются ей. По благословению Кришны. И вот. Прабху Санкар Санат Твамбай Прабху Санкар Санам Бхуби Рамети Локо Раманат Балам Балават Учхая. Гарбо Санкар Санат Твамбай Прабху Санкар Санам Бхуби. This, you know, you are taken forcefully from this womb to another womb. This womb. И вот. Transferred. So everybody can speak Sankarshan. And also Ram, somebody can say Balaram. Because this must be Balaram. Второе имя Баларам. Баларам значит самый могущественный, самый сильный. Балам виду. It's most powerful. Баларам значит самый могущественный, не за сравнить. Баларам уникален. Иногда возносят джайдхвани ему. This way now inside jail actually, so Balaram was transferred there, and here actually in Mathura, everybody crying there due to the abortion case of Devaki, but they don't know, not knowing anything, and there in also there in Gakula. In Gakul already, и вот в Гакуле Санкарсан туда перенесся, и Йогамая, она уже собиралась родиться как Яшодама. This way actually big problem going on. So here one point happened, I can discuss this point. When Sankarsan was transferred, и вот когда Санкаршан перенесся в другое чрево, то Верховный Господь Паракилешвар, он уже собирался родиться восьмым ребенком, но Камса, он был растерян. Он не мог понять, что делать, в чем проблема. Поскольку до шестого он считал, как бы, убил всех, а седьмой куда делся? Может, это обманули меня, может быть? И вот восьмого Кришна Бхагаван сам явился в форме Девы. В чреве Деваки все полубоги, они явились и начали возносить молитвы. Брахма Бхавасчо Ятретьо Мунивир Нарада Диви Девай Сану Чарир Свакам Гивир Вришана Майреяна. 25th number 2nd chapter. Брахма Бхавасчо Ятретьо. All they are coming here in the jail. Брахма Бхавасчо Ятретьо Мунивир Нарада Дивихи. All Narada Devi, they are all coming. Devai, Sanu Charvai, all demigods and their servants, followers, all coming. Свакам, вот все полубоги, все их последователи, все их окружение, они явились к Деваке. Почему? Поскольку Кришна был внутри ее чрева. Very nice. Они знали, что Кришна находится в чреве Деваки. Сатья братам, сатья парам тишатьям, сатья саджаним нитан часати, сатья сасатьям ратасатранетьям, сатьятмакам твам саранам прапанья. О, сатта-брата, сатта-брата, сатта-парам тишатьям, you are absolute sure. Тришатья. And, you know, сатта-са-сатта-нитанча-сатти. All, you know, сатья, и вся сатья, она, вся сатья истина, если ее изучить, то изучальная
То есть это сатья, она сокровенна, а ты сокровен, сокровение всего сокровенного. Саттасса саттам, ритасатта ниттам. Ритасатта ниттам. Саттваатпакам там сарнам прабхам. You are the embodiment of satya. Ты воплощение сатья, истины. И таким образом, смотрите, Брахма и все остальные полубоги, они возносили молитвы: «О Господь, мы хотим пересечь этот океан, материальный океан, но без Твоего благословения мы не можем». Go Batsapadam Bhavadin. Those who are loving you, serving you. И те, кто любит тебя, служат тебе. They think this они думают, что этот материальный like мир, hole, он подобен. Like Gomata putting leg, any hoop, and any, you know, soft mud. Он подобен тому, как корова, когда она наступает на какую-то мягкую землю, и там образуется след от копыта коровы, и вот там вода собирается. И вот те, кто любит тебя, о Духовный Господь, они могут пересечь этот материальный мир, подобно тому, как могут переступить через эту воду в следе от копыта коровы. Я уже говорил, как, например, Друва Махарадж, когда смерть пришла к Друва Махараджу, и Друва Махарадж спросил, кто ты, а смерть сказала, что я смерть, и никто не может пересечь меня. И Друва Махарадж наступил на голову смерти, и второй ногой вошел на Виман, и поэтому чистые преданные, они не заботятся об этом. Они могут с легкостью пересечь это, пересечь саму смерть. И материальный мир. Это слово значит этот материальный океан, но у вас есть лотосные стопы Господа, они подобны кораблю, с помощью которого можно пересечь этот материальный мир. С такой легкостью, как можно переступить через след с водой от копыта коровы. И 32 шлока. 32 шлока. I speak you know 30 number 30 шлока, then 32 шлока from second adhyay chapter. Из второй главы. Je Aravindvaksha vimukta manina, tayasto bhavad avishuddha buddhayo, aroja krichena param padam tataha, patanti adho anadrita jusmatangrayo, jehi yanaha, हे अरविंदाक्षो जेहि जनः विमुक्तो मानिनः हे अरविंदाक्षो जेहि जनः हे अरविंदाक्षो विमुक्तो मानिनः तोयस्तु भावात् दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यू नो फीलिंग फॉर यू нет чувства для тебя दे आर लिविंग देयर ओन पर्सनल लाइफ देयर इज नो अटैचमेंट विद यू जे अरविंदाक्षो विमुक्तो मानिनः वी आर फ्री We are free. They, those Mayavadi, we are free from material bondage. For how long? Mayavadi, не думаешь, что не свободны от материальных оков, но насколько, надолго ли? They are laughing. We are mukta. They are, you know, 32 teeth. You can see. It's written there. Podan Sasana speaking. They are foolish. Number one. They are not mukta actually. It seems they are mukta, but they can fall down again. Прабхупада Сарасвати говорит об этих майявади, что они думают, что они освобожденные, но они могут пасть в любой момент.
поскольку они не привязаны к Кришне и к его служению. Аруджа Кришчена Парам Падам Татха Патанти Адхо Анадрата Джасмат Андрайо. Может, на какое-то время они могут достичь Брахмы. Маркуру Дхано Джано Джована Гарбан Харати Нимешад Кало Сарбан Майамайамидам Акхилам Хитва Брахма Падам Правишо Pravishvam viditva. Very nice, Sankarajada speaking. They like to climb that Brahma path. But we don't like to go to Brahma path. We like to get the eternal servant of Они хотят достичь Брахмы, но мы хотим получить служение Кришне. Их ум, он несовершенен. Итак, они возвышаются, возвышаются. Но опять они падают, поскольку они не, они игнорируют служение к твоим лотосным стопам. Very nice Siddhanta here. So you know everybody, you know, so they are speaking very nice way actually. Matsasso kachaponishinga varaho hanso rajanyi Rajanya vipro vibudeshu katavatara Tvam pasi nastri bhuvanancho yatha dhunesha bharam bhubo haro Jaduttama vandanam te. Every time, sometime in the form of king, Иногда в форме царя. Matsa, Matsasya, Hayashir Savata, Hayagrib Bhagavan, Kacha, tortoise, you know, Nrisimha. То есть Господь является в различных образах, Нрисимхе, Варахе, Камсе и других аватарах. То есть в этой молитве говорится, что Господь, Он исходит из в разных аватарах, чтобы благословить нас. И иногда в форме Брахмана Випхудеши. И те полубоги на тех небесных планетах, ты иногда являешься как Ваманадев, как... И это все твоя лила. Если сейчас ты совершаешь лилу постоянно, и мы молимся тебе, чтобы ты спас нас, поскольку эта земля, она очень тяжела. И поэтому мы молимся тебе. Ты являешься, чтобы освободить всех, и также землю, которая очень тяжело, она страдает так долго. И поэтому то, что ты являешься, чтобы освободить нас, и так полубоги возносят свои молитвы, и Кришна, Он становится доволен их молитвами. И вот в следующей главе описывается, как явился Кришна. И вот в Сандарбе говорится, Джива Госвами подпишет, что Кришна, Он имеет бесконечное число шакти, мы их не можем пересчитать. Но вчера хотел сказать, что основные чит-шакти, джива-шакти и майя-шакти, и много их категорий также. И Джива Госвами, Он выбрал одну из них, что у Кришны есть особая сила шакти, с помощью которой Он может явиться вам, и вы можете видеть Его. То есть Он может явить Себя вам. Сапракашата шакти, это шакти такого самопроявления. То есть если Кришна хочет явить Себя вам, то вы можете его видеть, а если Кришна не хочет, то не сможете видеть.
Как во время Ратха-ятры я говорил, что кто-то мог видеть, что Чайтанья Махапрабху танцевал в семи группах, а кто-то не мог видеть, и только двое или трое могли видеть, что Махапрабху присутствует в каждой группе, что Верховный Господь он танцует в семи группах во всех одновременно, но не все могли это видеть. Только царь Пратапарудра мог видеть. И это одно из видов такой шакти, самопроявления. Если Кришна захочет явить себя, то вы сможете видеть, но не захочет, не сможете. Я много раз говорил эту сиддханту уже. Какую? Что Кришна Таттва, Вайшнава Таттва. Что Кришна он не готов вам себя показать, явить. И таким образом Сукадева Госвами говорит «Атхо сарва гуно петаха калхо парамо сована». Дархи вабджанакшатрам тарху сантярху грухотаркам. Now the star position is very nice. Вот положение звезд, оно было nice. Прекрасным, и Кришна сейчас должен явиться. So you see, atho sarva guno petaha kalaha paramasovana. И вот кал, это время, оно настолько прекрасно, все звезды, они заняли свое совершенное положение. И они вот стали очень, как сказать, Нирмалору ганудаям махи мангала хуиштапуру граму браджакараха. Все звезды не заняли благоприятное положение. И, ну, в общем, все стало прекрасным. Во всех направлениях. Дисха праседур гаганам нирмало ру ганудаям. Now the blue sky is so clear and you know so bright. И вот all direction, you know, it seems some kind of enjoyment comes. Они засияли, все наполнилось красотой, и все начало танцевать, будто было подобно танцу, и луна и солнце, они были на небе, и не было ни единого облака. Mangala Vishto Puro Gramo Brajakaraha. Everywhere there, land and you know, fields, land, you know, all nice. And Nadyaha Prasanna Salila Hrada Jalo Ruhasriyaha Dijali Kula Sanyado Stavaka Bano Raja Yuhu. All forests and you know, garden full of you know, the song by Bromor. И пчелы, когда они летали, они издавали свои, жужжали очень прекрасно. И все реки, их вода очистилась, она стала прозрачной, их волны, они были подобны танцам. И все лотосы распустились на всех этих озерах. Ну, в общем, Махарадж опять описывает, как все стало очень благоприятно перед явлением Шри Кришны. И все леса расцвели. Пчелы кружились, сужали над этими цветами. И вообще все вот так, вся природа, она
стало спокойно и прекрасно. И все наполнилось ароматом прекрасных цветов. So Babu Bayuhu Sukhasparsha wind blowing very nicely to give you, you know, one kind of feeling to you. And Punna Gandhava Suchi and very nice, you know, smell of flowers coming also. Agnayastu Dijatinam Santas Tatru Samindataha. Agnayastu Dijatinam, because usually the Dija, поскольку те двиджи, брахманы, они, когда совершают ягья, иногда они совершают последнее жертвоприношение и уходят. Но тут в этом случае описывается, что когда уже все предложили, то огонь все равно горел. И после... дальше описывается, что все гандхарвы, кинары, видидары, они танцевали и пели. Gandharva singing, kinnar music playing, yagyu kinnara gandharvas tushtubhu asiddha charanaha vidya dharyascha nanritur apsarobhi samam tada. Apsara, no? Heavenly, those girls staying there to give enjoyment of demigods. They are also dancing very nicely. И апсары, они прекрасно танцевали. А зачем это все случилось? Поскольку Кришна, он скоро явится, и в Шантипуре также. В Шантипуре Харидас танцевал, и Адвайта Ачарья тоже, они радовались, что сегодня что-то знаменитое, что-то необычное произойдет. И Харидас такого танцевал и говорил: «О, Адвайта, почему ты счастлив сегодня? Я думаю, что сегодня случится нечто особое». Это было Пурнамаси, Гора Пурнима. Это то время, когда Гауранга Махапрабху явился в этот мир. Haridas Thakur, something must be there, some special thing that is called Gauravir Bhakti. Say it's a must. И вот так же, как на день явления Гауранги, все стало очень благоприятно, и они чувствовали, что нечто великое произойдет. И так здесь, поскольку Кришна, он Параматма, то есть он душа, которая пребывает везде. И поэтому, если Кришна доволен, то все автоматически становится счастливым. So this way, Krishna happy, and all direction, and everybody happy. And you know, I already told you this time. I forget Ramchandra. Ramchandra took bath in the morning time, 12 o'clock. Еще раз повторю, что Рамачандра, он явился в 12 часов ночи, и солнце было очень довольно, поскольку он явился в полдень, то есть Сурья Вамши. И солнце, оно стояло очень долго, оно не двигалось. Солнце должно двигаться по горизонту, но солнце остановилось. А Чандра, а Луна, она начала беспокоиться, что она тоже хочет увидеть Господа, но поскольку солнце никуда не уходит, нужно ждать. И Господь благословил ее, что в следующий раз, когда я рожусь в полночь, чтобы ты могла меня видеть. И вот в этот раз Кришна Чандра родился в 12 ночи. Ну, как Рамачандра в 12 дня, в полдень, это в полночь, соответственно. И вот дальше. Рунусагарам.
Джаладхара значит... Кто такой Джаладхара значит... Джаладхара, клауд. So many, you know, she must know. So actually, you know, those Muni Rishi, Deva, Deva, they are, you know, throwing pushpa. Муни Риши, они кидали цветы на ней. Был целый дождь из цветов. And the clouds also like to do some seva, throwing, you know, like, you know, spray. И тучи, они тоже хотели как-то послужить Кришне, и они начали немножко, как сказать, они организовали такой легкий дождь. So you see manda manda jaladhara, and you know clouds also making sound. Boo, very happy because they dancing with each other. So groom the sabda coming. So may I see, you know, clouds they like to make one sound, auspicious sound. Krishna coming to take bath, this way. This way you see, nishite tam adbhute jayamane janardane devakyam devarupinyam vishnu sarvaguhasayoho avirasit yatha pracham Disinduriva Puskalaha. Nishite at the night time, 10 o'clock. Tam Adhute Jayamani Janardane. Then when Janardan came, it's just like moon rises in the sky. It's written. In the you know jail, Krishna coming. И вот когда Кришна явился перед Девакьей, его судовой. Nishite tam adhute jayamane janardane devakyam deva rupinyam vishnu sarva guhasayo. Vishnu coming at him. Four hands, four legs. Он явился как четырехрукий Вишну. Avirasid yatha pracham. Like west side, moon подобно тому, как луна всегда восходит с запада, а солнце с востока. You know, like, you know, this very nice. Like Avirasid Yatha Vishnu, this, you know, Supreme Lord Avirasid. Верховный Господь Вишну. How? Avirasid Yatha Pracham. Like east-west direction. Dishindu Riva Puskalaha. Very nice, you know, moon. И вот как подобно прекрасной луне, он так Верховный Господь явился. Тамадбутам балакам амбуджекшанам чатурбхужам санкагадаюдхаюдхам Тамадбутам балакам амбуджекшанам чатурбхужам санкагадаюдхаюдхам Сивасалакшам галасо викостубхам Питамбарам сандро пайодосу бхагам. Now tamadbhutam balakam. That adbhut, very nice, yes, wonderful. Adbhut, нечто удивительное. Этот мальчик, small boy coming, он явился четырехрукий, подобен Вишну, Кришна. Four hands. With Sankha, Padma, Chakra, Palitsa, and Sivatsa, и Шиватса, и поскольку, когда Бригумуни пнул Нараяну, то с тех пор Кришна очень доволен, и он, этот символ, что он бхактавасал, что это как, подобно ну, признаку, что он заботится о преданных, он носит этот камень на груди. И Каустуба также. На Вайкунте, если вы попадете на Вайкунту, то увидите, что все там четырехрукие. А кто из них Нараян? Если вот Шиватса и Каустуба на груди, то это Кришна можно узнать Нараяну по этому признаку. А все остальные абсолютно такие же.
только нет этих двух вещей на них. Балакам амбуджакшанам чатур бхуджам санкхагада юда юдам сивасалакшам галасо викостубам питамбарам сандрапайо дасоубхагам. This is a very nice description. Махарбо байдурджо кирито кундалактиша паришакто сахасо кунталам and уддямо канчи ангодо канканадивир бирочаманам Васудева акшато. Васудева и Деваки started looking. Васудева и Деваки смотрели и думали, что это? Они не могли ничего подумать. Васудев и Деваки, они смотрят, без, они смотрели без моргания, что это настолько прекрасно. И вот после этого Васудев, он смотрел на Господа, насколько он прекрасен, он украшен был различными украшениями. You know, ring here, ring here. So nice in wrist also. Wait, huh? You know, here wrist, here there, waist here also. Different kind of ornaments, you know. И различные украшения были на нем. И вот Васудев. Васудев not praying. Он начал возносить молитвы. Что же я вижу? И Васудев говорит. Видито си Бхагаван сакшат пуруша пракрите параха. 13 слока. 9 слока гон. 10 слока гон. Now it is actually 13 слока. Васудев. Видито си Бхагаван сакшат пуруша пракрите параха. We know you are beyond this material. Мы знаем, что ты находишься за пределами этого материального мира. Мы знаем. Кевалануваванандо, Supreme Lord. Он Верховный Господь. Кто может чувствовать, кто ты? Только по Твоей милости мы можем это осознать. Твоя сварупа, она полна блаженства. Ты источник всего блаженства, всей Ананды. Кришна, источник Ананды. Ананда? Ананда. You can see. Он может видеть все сердца, что в каждом сердце, кто что хочет, у кого какое представление о мире, поскольку он присутствует в сердце каждого. Ты находишься в каждом сердце, и ты можешь видеть, что за желание там. И таким образом Васудев молится. И после этого, когда молитвы Васудева закончили, Деваки начала молиться. Kamshadaham Adhiradhi 29. Janmote mai asu. People can say you are taking birth from me. You have taken birth from me. Люди могут сказать, что ты родился ради меня. Папо ма видят Мадхусудана самуддиже бхавадхету камсад ам адхиродхи. But I am fearing. Но я боюсь Камсы. Ты настолько прекрасен. Я знаю, что Верховный Господь, но все же Камса очень опасен. Камса не должен знать, что ты родился у меня. Это очень опасно. Камса очень опасен.
ты родился, и Камса не должен знать это, поскольку я боюсь, Камса очень опасен. Все мои шесть сыновей, они уже убиты им. И поэтому я боюсь за тебя. И Бхагаван говорит, что не проблема, я есть, не сомневайтесь, не бойтесь. Я явился в этой форме для того, чтобы напомнить вам, чтобы вы могли помнить, что все ваши предыдущие жизни вы совершали баджан, чтобы обрести меня как вашего сына, чтобы напомнить вам об этом, я явился в этой форме. Tameva purva sarge abhu prishni dampati shuddha swam bhave shati. So Bhagavan now speaking. Tameva purva sarge abhu prishni swam bhave shati tadayam sutapa namo tad ayam sutapa namo prajapati rakalma saha yajuni. Sinless, stainless you are. Ты безупречен. Брахманадишто прджасарги яда татха саньямендрио грамам тепате парамам тапаха. When Brahma giving you instruction, когда Брахма дал вам наставление, что вы вместе совершайте такой баджан, совершайте баджан, чтобы никто не мог сравниться с вами. Барша бата топо химу гарму кал гунанану сахоману сасародо бинир дхуто ману малу. So you are fasting that time, checking your sas, you know, breathing. Вот oh, so sunlight, rain, all earthquake, everything you are starting to do. Дыхание, и вы оба страдаете, точнее, совершаете такие тяжелые аскезы. И иногда. Сирно парна нила хару бупо шант чета саха матту каман вип самту and мадарадхана мехату to do my bhajan. You are sometimes doing dry leaf, you know, dry leaf falling from tree. Sometimes water, sometimes fasting. So heavy bhajan. И совершайте баджан с великими аскезами, поскольку Брахма дал вам совет, что вы не можете обрести Господа как Верховный Господь. Нет никого, кто бы мог сравниться с Ним. Только если вы хотите получить такого Сына, как Он, вы должны поклоняться Ему, и Он сам пример. Нет никакого примера, чтобы можно было сравнить Верховного Господа с кем-то. Во время Рамлилы я говорил в Дауджи Мандире, что Тулси Дас на хинди я говорил вот эти слова. Raghubar mukho baniya, very nice song, Maithili song. So this way you are suffering very much. That's why in that case you are successful. I came in front of you. Вот поэтому и вы совершали тот аскезу, и я доволен вами, поэтому я явился. А вот я бы стал доволен вами, и вы спросили, что нужно, вы попросили Сына, который был подобен мне, но поскольку нет никого, кто бы мог быть подобным мне, я явился сам.
Aham suto bam avavam prishni garbo iti srutaha. I cannot find anybody just matching. Я не могу найти никого, кто бы мог сравниться с вами, со мной, и поэтому я сам явлюсь как ваш сын. And you cannot remember previously came as Vamandev. You forget. И вы забыли, что я уже был вашим сыном, как Вамана. Вы тогда были Кашьяпом и Адити. Upendra iti bhikshato vamana chacha vamana vamana chacha vamana tritiya asmin bhavi aham vai tenaivo vapushatho vam yato yastayurevam satyam medahitam sati. Also, Fazinam, Pishnigarbha Nami, first when I took birth as Pishnigarbha, that time also I took birth as your Pishnigarbha being bhajan, that time my name was Pishnigarbha. И вот в тот раз мое имя было Пришнигарбха, я родился от вас в то время. И потом как Упендра, и третий раз сейчас я рождаюсь в вашей семье. Но вы забыли. И чтобы напомнить. Этот бам даршитам рупам праг жанму смаранайо ме нанята мадад бхавам гьянам марто линге на жаяте. So now too I am showing this рупа сарупа. И вот сейчас я являю вам мою сварупу, чтобы вы вспомнили то, что было раньше. After that, Сукадева Госвами этого, Шукадев Госвами говорит, что Кришна по просьбе Деваки, он принял форму маленького мальчика, поскольку Деваки беспокоилась, что Камса может узнать и прийти и сражаться с нами, и проблема будет, и что делать, и вообще кто поверит, что ты мой сын с четырьмя руками, поскольку дети обычно с двумя руками плачут. А ты как на Райна, поэтому кто поверит, что ты мой сын, и поэтому прими форму ребенка. И вот Шукадев Госвами говорит, что сейчас. Пракито сишу, пракито сишу. Питро мане, actually, пита мата. Питро значит отец и мать. И вот перед. Санкпашчато, they are looking. In front of them, suddenly. И вот они смотрят, и внезапно этот Вишну принял форму маленького мальчика. Just small baby. Новорожденного. Пракито сишу. And crying, very nice. И начал плакать. Like a child. Как ребенок. And Vasudev Devaki, out of yoga maya, forget previous thing. И под влиянием йога майи они забыли то, что видели раньше, поскольку если бы они могли помнить это, они не могли бы его обнимать и целовать и заботиться, поскольку мы если знали, что это Верховный Господь, то отношение другое было бы. И вот поэтому Кришна перед Яшодой, он Кришна иногда что-то показывает, как вот Брахманду. I'm not taking any mud. Ну смотри, мама, я не ел никакой глины. Я насмотрел вся Брахманда, даже саму себя она увидела там. Everything possible. Все возможно для Кришны. So this way you see. И вот таким образом. Питро сампасшато, питро сампасшато садьо бхуво пракито сесуко.
И вот подобно обычному ребенку, он родился. And it was the instruction of Krishna. Oh, это было такое наставление Кришны, когда ты увидишь, что я умру, а я явлюсь в тюрьме, то иди в Гокулу и положи меня на там, к Яшоде. Ну как я могу? У тебя будет возможность, я все сделаю. The jail is locked. You can unlock. You can get out. All your locking is there. Legs also can unlock. Откроют, выпустят из этой тюрьмы. И those who are guard men, they can feel sleep. А те, как охранники, они уснут, и у тебя будет возможность взять ключи, выйти из тюрьмы, пересечь Ямуну, достичь Гокулы, меня оставить у Яшоды, будь внимателен. И там ты можешь найти девочку, это Йогамая, ты можешь мальчика оставить, меня оставить, а Йогамаю забрать и вернуться. This way actually. И таким образом. Now actually, Vasudev is giving such facility, so you can remember. Now I have to go out, so all chain unlock everything, you know. И вот так это все случилось, и она с этим ребенком в руках пересекли Ямуны. You know, so big Jamuna, big, you know, tide, you know. И вот Васудев, он ждал, и как же пересечь эту Ямуну с ее огромными волнами, лодки нет, ничего нет, что делать? Но Кришна сказал, нужно сделать, но как? Он думал снова и снова, но тем временем увидел какой-то шакал, перешел через реку, как это? А тут не глубоко. И вот он подумал, я тоже могу пешком пройти. Я тоже могу пройти. И вот он пересек, когда он переходил реку, то сзади был Анантадев, и он защищал его. Но Васудев не заметил этого, он просто шел, а Анантадев его сопровождал и защищал от дождя. Он был. И тем временем в различных пуранах можно найти, что Кришна, он прыгнул в Ямуну, поскольку Ямуна сожалела, что Кришна пересекает Ямуну, но у нее нет возможности прикоснуться к его лотосным стопам, поэтому он прыгнул в Ямуну. И потом Васудев, он увидел, что Кришна пропал, начал волноваться, но в итоге нашел Кришну. Бяварсанту ятха таму раби, бяварсападжанну пансу гарьядаха, сесу аннугад вари неварана фанай. What do you mean? And this way actually. И таким образом. Васудев Махарадж reaching Gokul. Приблизился к Гокуле. И так потом он дошел до комнаты Яшоды, где Яшода родила. Baby. Ребенка Йогамая, и он, ну, Яшода устала к тому времени, и по милости Йогамая, она не знала, что случилось, и вот он поменял их местами, чтобы Камса ничего не понял. И вот он вернулся назад, и после этого эта девочка, когда like, you know, then the girl was crying, wah, wah, wah,
And all God men, they get, плакала эти. They become conscious. They say, "Ooh, already take part." Акраники, они поняли, что уже родился кто-то, они пошли к Камсе и сказали, что поскольку по указанию Камсе, если кто-то родится, нужно сразу сообщить Камсе было. И вот они сказали, что Камса спал в то время. And jumping from bed, and all the hair, you know, here scattered like madman. He cannot control his own, you know, cloth. He's running, running, running. Он побежал туда. In front of Devaki. К Деваке. И сказал: "Отдавай, отдавай мне ее". Then Devaki mother cried. Девочка начала плакать. Oh, my brother is only, you know, one god. Девочка. So you have no problem. What about? Чем, no, в чем проблема? Kill. Нет, я хочу убить ее. This way, you see. И таким образом. Wanted to kill. Он хотел убить ее. И поскольку я уже сказал, что Нарада. Narad Muni came and giving, you know, nice conception to. Он пришел к Камсе и сказал ему. What news, Kamsa? О, Камсе, что за новости? О. Be seated. Садись, рассказывай, что ты беспокоишься. И вот он рассказал, что случилось. И вот моя сестра, она родила этих мальчиков, но они, ну, как бы, ну, а восьмой, как жду восьмого, а ты глупец, ты не знаешь, как полубоги считают, они могут считать 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, или они наоборот могут считать так же, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наоборот они могут считать, тогда 8 станет первым, первым, восьмым. Ты настолько умен, поэтому я лучше убью всех. Нарада, он хотел это все ускорить. Почему Камса не убивает этих? Почему, почему Камса не умирает? Вот это, Нарада хотел это все ускорить, он не хотел каких-то проблем принести, но многие так думают. И Нарада, он просто хотел ускорить, чтобы Камса побыстрее умер. И вот таким образом. And girl here taken back. And when Kamsa heard this girl is there, still she is very, he is very. Увидел, что эта девочка, он начал беспокоиться. Я не верю, поскольку я не мог там посчитать как следует, куда седьмой делся и внезапно смотрю, куда то делся, и проблема на меня какая-то, и он что-то подозревал, и тем временем. Kamsa took that girl. Kamsa взял эту девочку. From the hand of, you know, вырвал из рук сестры. Give me. I don't like to hear any argument. Не хочу тебя слушать. Отдавай. Snatch. И вот он забрал, забрал ее и. И вот хотел ее кинуть, уже, ну, всех, где он убивал ее детей. Он хотел кинуть их на камни, чтобы они умерли. И он уже этих, где он убил, в то место пошел, и он взял эту дочь за ноги, она выскользнула, почему-то вверх полетела, она йога моя, она приняла восьмирукую форму и начала смеяться над ним, и сказала: «О, глупец, ты хочешь убить меня?» Уже там. Тот, кто убьет тебя, уже родился. Ты глупец. И Камса очень испугался, что случилось. И так много охраны, так много предосторожности. Но как это возможно, что он родился без моего ведома? И вот, Vasudev Devi can crying. Because Devi God also sometimes speaking lie.
Вот он начал плакать, что я полубоги, иногда ложь говорят. Я поверил, но сейчас, я думаю, без толку, я убил всех шесть сыновей, твою дочь тоже, простите меня. И он начал так сокрушаться, жалеть. И Сиддханта, которого приводит Джива Госвами здесь, в том, что Нанданандан Кришна, он никогда не рождался в Матхуре. Матхуре Вишну родился. Джива Госвами Пад говорит, что тот Кришна, он Яшодананандан. Нандатмаджо, в Бхагавате вы можете найти. Нандатмаджо, Нандатмаджо means from Нандо, he took Нандатмаджо. Нанде. Атмаджо, all this, шабда is very special шабда. Слово Атмаджо, song is common term. Это слово сын, такое сказать, общее слово. If you can take, you have у вас нет детей, вы можете взять какого-то ребенка с какой-то брахманской семьи, скажем, усыновить, то вы можете его растить, сказать, что ну, он как бы будет вашим приемным сыном, но не настоящим сыном. И вот Джива Госвами говорит, Нанданандан Шри Кришна, already took birth. Он уже родился. There in Gokula. На Гокуле, в Гокуле. But when? Но когда? Devaki and Vasudevi. Vasudev. Going to keep this boy, baby, then bed. Она положила его на кровать, она. In darkness, there anyway there was no light. Там света не было в то время. And that small, you know, baby. И этот мальчик, маленький ребенок, Йогамая. He took that baby and come back. But he couldn't see. Another boy was there. Когда он пошел менять детей, то не увидел, что второй ребенок был. И когда Васудев он положил и взял другого, они объединились. Они с этим изначальным Кришной, они слились в одно, они объединились, и никто не мог понять. Это такая сокровенная Сиддханта. Gokula Mahasava, Gokula Mahasava, Gokula Mahasava. Nobody knowing the Siddhanta, you see? So this way actually вот таким образом we are enjoying now because Krishna in the morning time there's they are shouting, all people dancing. Нанда Баба наш nice boy, after a long time we thought he is not going to get any children. Наш Нанда Баба, по милости Господа Кришны, у него наконец-то появился ребенок. И вот пятая глава. И вот Нандотсав сейчас. Они нас они все в Раджавасе, они радуются. Hati dine, ghora dine, aar dine, palki. They are speaking Brajavasa. Braja language, you cannot understand. All shouting Brajavasis. They are being kirtan and you know, singing. Nanda ke nanda bhaiyo, jai kanaiya lal ki. Hati dine, ghora dine, aar dine, palki. They are shouting this way. So Nanda Baba, you know, и вот Нанда Баба, Nanda Baba, yeah, и вот в пятой главе описывается, Шука говорит, Нандасту атмаджо утпанне ятал ладо махамана ахуйо випрано ведо гьяно снатаха сучи паванкрата. Nanda Baba, very happy morning time, dancing in old age, I'm giving one boy. Nanda Maharaj был очень счастлив, что у него наконец-то родился сын. And, you know, и он раздавал, Нанда, он был очень щедр, он звал браманов, раздавал все, что им нужно. И здесь так, и в тюрьме также, Васудев,
And Vishnu appears, когда Вишну явился, он и стал ребенком, то Васудев он не мог освободиться от, из тюрьмы, и в уме он раздавал пожертвования тысячи коров браманам, вайшнавам. Все это в уме, поскольку физически он не мог этого сделать, и в уме он раздавал украшения коров и прочее браманам. Nandastu atmojo utpanne yatu alhad Mahamana ahuyo viprana veda jnana snataha suchir alankar Vachaitva sastayanam yatu karma atmojasavai Karayamasa vidiva pitrideva archanam yatha Then Nandastu atmojo utpanne yatu alhad Mahamana Ahuyo viprano or calling of Brahmins and giving Vedogyano, they are knowing Vedogya, Brahman Vaishnava, and giving donation. Snataha Suchiralankrita. И вот так он раздавал пожертвования. And Bachaitva, you know, viprano ahuyo, he himself take bath and он принял омовение, одел новую одежду. By those brahman is giving some, you know, ham from Veda. И эти браманы. И вот он, и такие ведические гимны воспевали. И вот после того, как родились от матери, вам нужно пройти самскара, первого джата самскара. And Deva Pithi, all forefathers, they also see. И все по эти предки они были очень довольны ими. Ниюте прадада вибрабью самаранкрите, with all ornament fixa in hands and leg, giving donation on cows. И он раздал коров браманам с украшениями. Денунам ниюте прадада вибрабью самаранкрите, all with ornament fixa there. All countless, you see. Dhenunam niyute pradad viprebhyo samalankrite tila dino sapto ratnogho sato kumbham barabhritano arkaleno ano snato suchi suchi vyam samaskare bhajan tapose tapose jaya suddhanti danui bhajan santushta Друбьяньятма атмо видвая. This way, и таким образом он раздавал пожертвования браманам, они были, стали очень довольны им. И они все прославляли царя. В обществе есть такие люди, которые заняты, бонди называются, они только воспевают, говорят только о славе царя, вот они, ну, как их называются, по-русски, ну, в общем, те, кто говорят о славе царя только, такие глашатаи, как там. Сау мангалла гиро випраха суто магадо вандинаха гаякасчо жагюр недур бхэрджо дунду вайо муху. And from sky or demigods, Гандхарва, Апсара, Виддхадхара. Из небес все полубоги Гандхарвы и прочие, они танцевали и бросали цветы им. И все были очень счастливы от того, что явился Кришна. I know this way actually Krishna took birth actually. This way actually they are all enjoying. How nice. They are enjoying. Tomorrow we can sing some song, not today, no time. Actually, so there is a big feast. Enjoyment, whole Braja. Большой пир на весь врач.
Все танцевали, все враджаваси. Они шли в дом Нанда Махараджа и поздравляли, что у него наконец-то родился сын. Все. Они брызгали на друг друга молоком, как во время холи. Very nice, you know, but now forget everything. What to do? Situation and time. So now they are throwing, you know, butter. You know, they are taking butter and throw on the face of other. The butter coming here. All butter, milk, you see, all road, you know, all the way, full of milk and butter. И все улицы они были в. Ну и поскольку они кидали друг друга маслом, молоком, йогуртом, сыром, и поэтому все дороги были в масле, и женщины, которые там ходили, они падали, поскольку было скользко от этого масла на дорогах. И они все приходили и поздравляли Нанду Махараджа, что ты, наконец-то, у тебя появился сын, он подобен бриллианту, настолько прекрасен. Мы смотрим, он, и он похож на драгоценность, он настолько прекрасен. И таким образом Нанда Махарадж говорится, Anavadyanta vichitrani vaditrani mahasave, all music playing. Vrajavasi, you know, and Gandharva, they are from heaven, they are playing. Vrajavasi, Gandharva, они все. Ananta Nandas, или о славе Кришны. Гупа параспарам хришта дадикхиро гритамбухи асинчанто билипьянто наво нитвесчо чикшипу. Like Hali. И подобно. They are actually гупа. They are each other. They are not дади кард, хира дуд, clarified butter, you know, амбу, water, sometime, you know, and this way they are new butter, but it's just cream. Oh, they are throwing to each other, enjoying, Hali, hey, this way. Nando, this way, Nando, ну, в общем, они кидались молочными продуктами друг друга. Годанам, суто, магадо, бандибхио, же анне, биддопо, живинаха, those who are earning by singing and, you know, swaying, acting this way. Some section of in society, they are, sometimes they are playing drama, sometimes they sing. They have some different kind of. They are doing, and Nanda Maharaj, Nandostu Mahamana, very happy, very happy. They are giving new clothes, you know, ornaments, and to everybody. Rahini also busy. Rahini also busy. Just a few days ago, Нанда Махарадж всем пришедшим раздавал всякие дары. In Vrindavan also many times I discussed this point. Baldev Maharaj ek bar. Я во Вриндаване уже говорил, что Баладев, когда он родился, и после этого Кришна родился, а о Баладева Татве, о Баладева Аватаре мы не говорили ничего. Я говорил, когда была Баладев Пурнима, я говорил во Вриндаване, и завтра я повторю все это, все насчет Баладева. How long he was waiting to take birth, Krishna to took birth. Just before Krishna taking birth, he took birth. So I can speak all in details tomorrow. Завтра я подробно обо всем расскажу. About this point, about Baladevji Maharaj's birth and Krishna's, you know, so you can calculate nicely. So
So this way, Vancha Kalpa Durvasa Kipasindhu Vavijapati Tanang Pavani Bhyo Vaishnava Bhyo Namo Namah. Tadiva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadiva Sasyad Manuso Mahasavam Tadiva Sukarnava Susanam Ninam Yaduttama Sropajaso Anugiyati Vancha Kalpa Durvasa Kipasindhu Vavijapati Tanang Pavani Bhyo Vaishnava Bhyo Namo Namah.